Ну что? Вот так вот выглядит машина на ярком солнце. Игра цвета и переливы. В тени она более грустно смотрится, просто оранжевого цвета. Теневая сторона. Но как только мы выходим на яркое солнце, полюбил я этот цвет уже давно, еще он на Мазде у нас был. Теперь на 350Z. Назовем его нашим фирменным цветом. Хорош, да? Именно я тебе говорю, она на солнце.